Очень все сложно и очень напряженно. Вообще, по сложности, с которым я столкнулся в Half-Life, ребят, я могу это сравнить только с приставкой Dendy, игра Battletoads Double Dragon. Dragon. Причем, если кто-то из той эпохи это помнит, эту игру фактически, я не знаю, вдвоем ее пройти невозможно. Вообще. Вообще невозможно вдвоем пройти. То есть один, когда играешь, еще хоть как-то. Так, а знаешь что, давай, может быть, все-таки как-то попытаемся их гранатами жахнуть. Как-то попытаемся. Вот. Нет, никак. О! На, те ешьте. Давай, ешь. Отлично. Слушай, хорошие выстрелы какие. Все-таки есть варианты. Так, это вот неплохо все. Это все неплохо, значит, тут так сделали хорошо. Значит, тут достали пушку. И сейчас мы, главное, тут уже не лохануться! Бля! Ну все еще все равно неплохо. Все равно неплохо. Так, теперь нам надо вылезти. Так. Ладно. Еще раз тогда. Но есть просвет в том, что я нашел, как что можно гранатами их это самое отмачивать. Так, этот есть, этот готов. Так, теперь мы все-таки я попытаюсь еще разок все-таки вот их. Вон он, его каска видна. Я тут сдриснул, смотри, гад. Так. Нет, спасибо, не надо. Не надо в меня кидать гранаты. Чё, еще будут гранаты, что ли? Сколько можно-то? Они у вас сейчас кончатся. Так. Ну, давай, еще кидай. Еще давай, гад. Не, все, я его отсюда не достану, наверное. Может быть, мне попытаться самому туда гранату сейчас закинуть отсюда. Давай попытаемся, чем мы кому сделали одну-то. Попытаемся. Опа, это неплохо. А вот это уже плохо. Ну что, мы обоих угрохали? По-моему, обоих. Так, раз мы обоих угрохали, тогда мы берем пушку. Теперь мы прыгаем на дрезину. Еще раз. Так. Так. Стоп. Так, хорошо. Очень хорошо. Здесь заправились. Блестяще, ребят. У нас появляется шанс. Так, тут точно никого. Тут точно никого. Блестяще, ребят. Блестяще. Теперь вот мы можем смело. Смело сейчас дойдем до сюда. И вот здесь мы уже сохраним игру. То есть прогресс налицо. Так вот сохранили. Теперь мы это разбили. Это ничего, да? В принципе, можно было бы запустить дрезину, может быть, дрезины его убить, этого деятеля искусства, что там стоит, а? Сейчас подумаем.